Для того, чтобы перемешать список на листе Excel в произвольном порядке, будем использовать дополнительный столбец. В этот столбец мы заносим значение, которое вычисляется функцией sLChisl. Эта функция генерирует случайное число от 0 до 1. Протягиваем на все строчки. Получили случайные числа. Теперь, если мы отсортируем их, то в столбце А мы получим список, элементы которого будут располагаться в случайном порядке. Необходимо также учитывать, что функция sLChis пересчитывается автоматически при каждом пересчете листа. Поэтому, если нам необходимо сохранить значение, которое генерировала эта функция, то мы копируем этот диапазон и вставляем специальной вставкой значение в соседний столбец. Вот в этом соседнем столбце данные не будут изменяться, и мы всегда сможем восстановить первоначальную сортировку нашего списка.